26 июня 2023 года в селе Колтаево Кушнаренковского района огонь за считанные минуты уничтожил бревенчатый дом, сарай и баню. К счастью, жилое строение было застраховано. Это и уберегло хозяев от дальнейших проблем. Только в 2022 году погорельцам в Башкирии Росгострах выплатил более 57 миллионов рублей. Вообще пожары занимают хоть и небольшое количество происшествий с домами, но почти всегда дом страдает полностью, и суммы выплачиваются значительные. Так, с начала этого года мы в республике уже выплатили 36 миллионов рублей, из них 75% это по риску пожар. В прошлом году мы выплатили 76 миллионов рублей, из них больше 50 миллионов рублей это тоже был пожар. Выплаты от Росгостраха пострадавшие получают в течение 5-7 дней после подачи документов в страховую компанию. Там понимают, люди как можно скорее хотят вернуться к нормальной жизни, а значит, время не ждет. Осознание того, что жилье нуждается в страховой защите, приходит все большему количеству людей. Только в первом квартале этого года свои квартиры и дома Росгостраху доверили почти 20 тысяч жителей Башкортостана. Я пришел в страховую компанию для того, чтобы мне посчитали страховку на мою квартиру и на загородный дом. Хочу обезопасить свое имущество, так как в нынешнее время происходит очень много пожаров. В Башкортостане работают более 1600 агентов Росгостраха. Также действуют офисы продаж. Желающие застраховать свое жилье или любое другое имущество могут позвонить по короткому номеру 0530 или же обратиться в один из офисов. С режимом их работы и адресами можно ознакомиться на официальном сайте компании. Электронный адрес указан на ваших экранах. Ильсия Мухидинова, Рустам Алкманов, вся Уфа.